пройдусь по вам, собственно говоря, по каждой из вас, посмотрю, как она у вас получается. Исходное положение. Правая рука мягко, так вот, если там голова неустойчива, вот так вот зафиксировать. А в центре подбородка начинает и левый круговые движения. Смотрите, большой палец, он у вас будет как бы очерчивать овал. И будут накатывать к нему. И вы прощупываете овала. Не произвольно где-то там ходите, да? А до околоушной области встали. И пошла у нас уточка, рука. Я не делаю вот так, я не делаю вот так. Пали весь подбородок, дошли, огладили до середины, от себя упорно, большой палец контролируем, дошли, повторяем, пожалуйста, сами себе командуем, сами себе говорим. Какие-то вопросы? Пока 17. Тайные наблюдатели, друзья. Задавайте, пожалуйста. Поднимала, несмотря на то, что цены на все выросли. Ну, пока вот стоимость такая осталась. Обучаемся мы один день. Массаж этот, которому я авторский. Здесь кабидо, вот только что мы делали раскачку по кабидо. Миофасциальные движения, остеопатические движения, да, ну, в общем, тут много чего есть, блефаролифт, массаж. Это массаж сборный 20 минут, его можно сделать за 40 минут, его можно сделать за полтора часа, если у вас. То есть вы можете индивидуальную схему. Пока посмотрю. Гладили. Я вот только с этой стороны могу, а потом у меня это. Ну-ка, давайте. Так. Вот это пошла. Сначала одна рука весь овал прощипала, потом другая рука весь овал прощипала. Не симметричное, но оно очень простое. Мы с вами даем хороший, качественный овал. Так, пощипали, пощипали. Деформационное текстарение, да, ей показано, как бы, длина, но не движение. Ощущение, что не радует. Вообще. Стали. Отличенки. Те, которые помнят, им, наверное, больно будет. Двигаемся дальше. Давайте. Ткани не смещайте. Вы смотрите, вы как бы двигаетесь, да? У вас большой палец идет как фиксатор. То есть большим пальцем гулять не надо. Вы как бы вот прощупываете. Ну, как бы там у нее овал. Может, к вам пришла пациентка, которая уже забыла, что у нее хороший, красивый овал, да? Вот, поставили палец и нагоняем к большому пальцу. Как у нас дела там? Говорят, пока вот не видно, что делаете. Поприлежать или не надо? Не видно, что можно приблизить, пожалуйста. Тут у нас хорошо получается. У нас у всех хорошо получается. Так, ну-ка давайте мне еще раз покажите вот отсюда. Мелкие движения. Не надо мелкие. Надо более, более крупные. К большому пальцу накатываем. И помедленнее. Такие попластичные движения. Так, встали. Пошли щипать. Щипим. Да, не даем тканям смещаться, здесь фиксируем. Огладили.
Так, ну что, друзья мои, давайте немножечко скажу несколько фраз по поводу процедур, которые эффективны в период кризиса. Это не тратим много препарата. Это химические пищи, это массажные техники, это фракционная мезотерапия. Да, какие-то рынки уйдут, возможно, с нашего, какие-то марки уйдут, возможно, с нашего рынка сейчас в период кризиса. Те марки, которые очень высоко подняли цены. Но нас эта ситуация научит создавать новые протоколы, хорошо и качественно работать с пациентами. Те, кто останется на рынке из косметологов, останутся те, кто сделают новые процедуры, новые протоколы –